Пробный этап переписи населения выходит на финишную прямую. В нем уже приняли участие 13 тысяч человек из запланированных 15. Больше недели специалисты тестировали электронные переписные листы. Впервые для учета используются планшеты. Проверяли программное обеспечение, формулировки вопросов и реакцию участников. Информация оказалась полезной и для специалистов из Казахстана, которые приехали в Молодечно. Они также планируют провести пилотную перепись. И белорусский опыт как нельзя кстати. Приятно, что из Беларуси впервые на постсоветском пространстве будут применять пробные переписи, планшеты, интернет. Сокращаются людские расходы, финансовые расходы. Ну и удобно, что в Казахстане, что в Беларуси, в принципе, похоже, схожий менталитет. И нам интересно просто понаблюдать за реакцией людей на поставленные вопросы переписчикам. Впереди анализ информации. Предварительные результаты тестовой переписи будут готовы через 3 месяца. Если ранее на анализ и подсчет данных со всей страны уходило до 2 лет, то сейчас срок серьезно сократится. Общереспубликанская перепись пройдет в Беларуси в 2019 году.